даже не знаю, сейчас мы завершать сезон будем уже потихоньку. Последний день сентября, сезон был хороший, на самом деле много прошли, было тепло, ходили без тента, это редкость в общем в нашем климате. Лето было отличное, но сейчас предстоит перегон в Ораниенбаум по Финскому заливу, так что приключения еще не кончаются.